النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من الناس وأمر عليهم أميرا رجل منهم. Пророк صلى الله عليه وسلم отправил группу людей и поставил над ними главного أميرا. وأمرهم بطاعة هذا الأمير. И приказал им подчиняться этому أميру. ف يعني أغضبوه. يعني получилось так, что они разозлили его. فقال اجمعوا حطبا. И он им приказал, говорит, соберите дрова. جمعوا. Они собрали. قال أوقدوا فيه النار. Разожгите огонь. فأوقدوا النار. И они разожгли огонь. قال ادخلوا فيها. И теперь сказал, заходите в этот огонь. فترددوا. И они начали сомневаться. بعضهم قال والله ما آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. Мы, говорит, уверовали, говорит, в пророка صلى الله عليه وسلم только для того, чтобы спастись от огня, говорит. وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعته. Другие сказали, ну пророк же приказал нам подчиниться ему. فعندما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه. И когда они вернулись к пророку صلى الله عليه وسلم и спросили его. قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. И пророк сказал, говорит, если бы, говорит, вы зашли в этот огонь, то никогда бы из него уже не вышли, потому что у нас нету подчинения созданию в грехе перед Создателем.